Город очень долго ждал своего музея, и мы надеемся, что сегодня приоткроем тайну нашей экспозиции и покажем те залы, которые готовы будут встретить своих посетителей. Краеведческий музей – это один из небольших камешков восстановления Тульской области. 26 лет он работал и долго шло строительство. И действительно, благодаря нашему Министерству культуры, нашему объединению музеям, мы смогли его восстановить в кратчайшие сроки. Ну а деньги найти, в общем, всегда проще, чем их сделать. Вот сделать это гораздо важнее. Поэтому очень хотелось бы посмотреть, как вы сделали музей, посмотреть на коллектив музея. Ну и хотелось бы сказать, когда уже первых посетителей, вы видите, не только почет, но посетители. Сегодня уже готов, понимаю. Ну хорошо, напомню, мощность, когда заработаем уже, в декабре полностью заработаем. Ну, отлично. Давайте посмотрим там. Спасибо. Поздравляю вас. Октябрьской революции, ну, к концу 19 века, точнее, где-то было более 80 тысяч человек. Очень важно, чтобы люди имели возможность познакомиться. Я, например, не знал, что студия 100 лет назад, да, проживала чуть больше, 100 лет назад, проживала в 6 раз меньше людей, чем проживает сегодня. Действительно, вот, процесс урбанизации в начале 20 века вот, был очень быстрый. Спасибо большое вам. Праздником совершить ваш спортивный подвиг, можно так сказать. Что хотел пожелать? Хотел пожелать вам всем успехов сегодня, ну и чтобы все ваши спортивные достижения всегда были связаны с Тулей. Поэтому добрый путь, вперед на Тулу! Символично, что сегодня в праздник города, в праздник Тульской области мы не забываем и о тех людях, которые так сложилось, что они ограничены в своих действиях. Это те люди, которые по разным причинам сегодня не имеют возможности принимать полноценное участие в нашей жизни. Но очень хотелось бы, чтобы они себя чувствовали полноценными гражданами и города, и области. И сегодня, вот, когда мы планировали праздник области, мы сказали, что очень важно, чтобы, так сказать, в этом празднике было уделено особое место для участия людей с ограниченными возможностями. На все воле Божья. И каждому из нас даны свои испытания. Но для нас, для людей, у которых есть здоровье, у которых есть силы, возможности, мы должны всегда заботиться о тех, кто не имеет таких возможностей, которые есть у нас. И очень символично, что сегодня мы как раз находимся здесь, и те люди, которые ограничены в своих возможностях, принимают активное участие в праздновании Дня города и Дня области. В своей работе мы уделяем особое внимание для того, чтобы доступная среда, она действительно была доступна для всех. И для малого, и для старого. Чтобы все имели возможность передвигаться, чтобы все имели возможность участвовать в таких хороших мероприятиях, как сегодняшние. Я поздравляю всех с Днем города-героя Тулы. Я поздравляю всех с Днем Тульской области. И желаю всем здоровья, здоровья и здоровья. Спасибо.
Напоминаем, что на номер 1880, но в этом СМС вы должны...